Административный арест за езду в пьяном виде. Такое наказание вынес мировой судья судебного участка номер 17 Первореченского района 33-летнему приморцу. 8 марта мужчина позволил себе лишнего. В нетрезвом состоянии сел за руль и устроил гонки по территории детского сада номер 22. Очевидцы сразу вызвали полицию. Находясь в состоянии опьянения, 33-летний житель Владивостока, не имеющий права управления транспортным средством, сел за руль автомашины Mitsubishi Mirage. Двигаясь по улице Гамарника, он снес ворота детского сада и въехал на территорию дошкольного учреждения. Прибывшим на вызов полицейским мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться с места происшествия. Но уйти от ответственности ему не удалось. Его задержали и доставили в Первомайский отдел. Позже было установлено, что автомобиль принадлежит супруге лихача, а он не имеет водительских прав. В отношении нарушителя составлены административные материалы по двум статьям. За управление транспортным средством в состоянии опьянения приморец проведет 10 суток в изоляторе. Олег Завьялов, Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.